Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Unkillied. Так, продолжение. Король Нью-Йорка. Только началось, и у нас ящик. Давайте посмотрим, что из него нам выпадет. И где же ящик? Эй! Так, спецзадание. Ага, вот и ящичек появился. Ну-ка, что нам из него выпадет? Зеленая карточка, это шериф, необычная. Хорошо. Обоим ракет и... бесконечные патроны. Замечательно просто. Переключиться. Так, что такое? Нам это не нужно. А вот здесь, пожалуй, мы все заберем, что мы накопили. Так, враг уничтожен. Получаем награду. Здесь то же самое. Ну и сразу же, наверное, отправим раму. Мощь 22. Вперед из песни. И здесь то же самое, мощь 20 только. Ну что, здесь вроде бы мы все закончили. Давайте приступать к сюжетной линии. У нас 76-я миссия на кону. Оторвите 15 конечностей. М16 у нас с вами автомат. Плюс снайперка, ну, которую я, конечно же, пользоваться не буду в этой миссии. Рэй, прикрой меня, я поищу раненого солдата. Угу, понятно. Поехали, ребят, на отметку. Ага, вот и солдат у нас. Как же я рад встрече. Сопротивленец. Ха, как я рад. Куда ты только идешь, вот в чем вопрос. Здоровье выжившего должно быть полным. И 15 конечностей нам нужно у зомбарей отстрелить. Блин, смотрите-ка, а парнишка-то у нас с УЗИ. Это хорошо. Они когда-нибудь закончат идти или нет? Блин, со всех сторон прут, а? Вот это плохо. Это очень плохо. Что-то как-то мне не устраивает мой автомат, если честно. Слишком маленький дамаг он делает. Ну давай, давай. Блин, они сейчас будут все. Начали колбасить. А должно быть здоровье полным у него. Хотя он, может быть, еще отхилиться успеет. Так, мы, я так понимаю, идем вон в то здание. Судя по его направлению. Которое, как обычно, кишит зомбарями. Ну, естественно. Ладно, давайте колбасить тогда их. Не будем сюда их допускать. Вообще, куда нам нужно выйти-то? Добраться, по крайней мере. Оу, только не говорите, что здесь босс. Да, ребята, впереди миноносец. Пускай подойдет поближе, и тут мы его разберем. Пока будем отбиваться. Да ё-моё! Управление еще подклинивает. Так, взорвись там нафиг. Нифига, бочка взорвалась, а миноносцу пофиг. Готов. А упырей-то, я смотрю, все меньше не становится. Идите отсюда. Воу-воу-воу, тихо-тихо, не надо бить. Не надо бить моего солдатика. Дайте-ка я заберу вот здесь чертеж. Ремингтон 870, это у нас дробовик. Слушайте, он потихоньку отхиливается. Хорошо, может быть, мы сможем все-таки пройти миссию эту. Как говорится, на 3 звезды. Хотя мне еще нужно 5 конечностей оторвать. Давайте попробуем это сделать. Так. Ну что такое? Блин, все-таки, ребята, очень маленький дамаг мы наносим. Нам нужно, по идее, улучшать наше оружие. Но очень дорого все это стоит дело. А с деньгами у меня большая проблема. Очень большая, я бы так сказал. Да ё-моё, иди отсюда. Так, чё ты лезешь? Блин, пехотинец, шел бы ты как-то побыстрее, я не знаю, а? Драгунов, СВД. Неужели дошли, а? Есть, по-моему, да, ребятушки. Смотрите, база какая-то. Добро пожаловать на нашу базу. Кофе, чаю, взрывчатки. Слушайте, мне, пожалуйста, кофе и пару килограмм тротила. Я бы не отказался. Да, ребята, все сделали, кроме как отрывали конечности. 15 штук мы не успели сделать это дело. Ну и фиг с ним, в принципе. 2 звезды меня тоже устраивают. Главное, чтобы не одна. Так, мы получаем с вами золотишко. Сколько там нам дадут? 30, маловато. И 77-я миссия. Также можно почитать здесь. Да здравствует сопротивление. Я быстро понял, что настоящие патриоты марионетки, а ребята из сопротивления темные лошадки, борющиеся за добро.
А я фанат Браунс, значит, эти ребята уже нравятся мне. И 2000 долларов нам дают. Так, 5 штук у меня бакинских. Ну что же, давайте приступать. Я добрался до базы сопротивления. Хм, аккуратнее там. Да зачем? Они дерутся как тигры. Приближается зомби, будет славная драка. Ё-моё. Мне только этого не хватало. Но, в принципе, куда деться. Ярость застилает глаза, супер. Хорошо. Да ёлки-палки, смотрите, опять босс прёт. Кто там у нас? Ядрёно, больше не подпускаем. Так, шериф. Так, ребята, ракеты, ракеты пошли. Хорошо. Готов, охламон. Так, дальше продолжаем отстрел этих упырей. Ёлки-палки, все-таки очень-очень слабенький дамаг наносится. Блин, мне не нравится. И денег нету, чтобы улучшить свое оружие. Да пошли вы отсюда все. А, крадутся со всех сторон. Опять босс? Кто на этот раз? Опять шериф. Идет по мою душу, да? Ага. Так, ладно, ребята, отступаем. Отступаем, будем его отстреливать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это хорошо, ребят. Как говорится, моя бомбочка сработала. Хе-хе, оу. Уже успел перелезть. Смотрите-ка, они на этого чувачка даже не нападают. Они все идут почему-то на меня. Подозрительно как-то это все. Может быть, этот сопротивленец заодно с ними? Давай-давай, подходите, подходите. Всех изречу. Так, а что у нас? А, 8 секунд нужно подождать, ребята. Сейчас, в принципе, миссия будет закончена. Ну, в голову, как видите, я так и не попал 15 раз. Удивительно. Черт подери, как-то хреновенько идем мы. Со звездами опять у нас не айс. Две звезды. Угу. 1800 баксов. Во, сейчас мы с вами получим эпический сундук. Эпический же? Эпический, да. Ну? Эй, а где сундук-то? А, вот он. Ну, что ты нам дашь? Да. Так, мега-головы. Родион, редкая. И шериф. Ладно, меня это устраивает. Тут у нас опять какое-то задание. Да, я так понимаю. О, надо улучшить. Обязательно улучшить. Тратим опять 4300 на то, чтобы получить балл, который мы сейчас куда-нибудь воткнем. Так, нужно определиться. Здесь 31 уровень нужен. Нам еще далеко, поэтому давайте, наверное, сделаем вот этот вот. Шанс каждого выстрела будет максимально точным. Ну что же, 78-я миссия. Я так понимаю, мы будем с вами сейчас со снайперки отстреливаться. Ты же житель Нью-Йорка, Рэй. Пора помочь другим. Служи и защищай. Ну, вообще-то, я не житель Нью-Йорка, так что не надо мне свистеть здесь. Вау. Смотрите, ребята, мега-головы. У нас зомбари с огромными головами. И задание у нас с вами убить одним выстрелом сразу несколько. И вообще 21 зомбаря нужно подбить. Будем стараться. 30 секунд. Блин, времени, наверное, не хватит. Черт, как же мне сделать так, чтобы они встали в ряд? Так, минус нога. Во-во-во, вот здесь должно получиться. Отлично. Так, еще два разика так сделать, и будет хорошо. Куда ты бежишь? Светящие глаза. На тебе. Так, вон там, ребята, в принципе, неплохая комбинация. Вот, видите? Ай-яй-яй. А нет, получилось. Правда, не так, конечно, как я хотел. Но, тем не менее, получилось. Так, еще одного нужно заколбасить. Времени очень мало. Вот так сделаем. Вау, все. Ну и последнего зомбаря убиваем. Фух, миссия выполнена. Мы как раз уложились во времени. Да-да-да. Я вижу, что ты мне машешь. Миссию прошли на 3 звезды. Ну вот, дело пошло на поправку. Хочу вот такие вот сундуки, ребята. Легендарные, блин. 3 звезды, отлично. Сколько нам денег нам дадут? 2400, уже что-то. Плюс получаем золотишко. В размере, наверное, 30. Ну да, конечно.
Кто бы сомневался. И 79-я миссия у нас на подходе. Опять какие-то ящики. А, ребята, ящики это у нас будут сборы. Мы опять будем что-то с вами здесь собирать. Хорошо. Ты отличный мародер, Рэй. Набери припасов. Ага, мародер. Слушайте, а вот это прикольно, когда у зомбарей очень большие головы. В них проще попадать. Так, подожди, тут... Ох ты! Со всех сторон. Вот это плохо. Ненавижу миссии, где нападают нас со всех сторон. Еще и босяра где-то прет. Что ж там за босс такой будет, а? Не вижу, я не вижу... Блин! Я не вижу зомби, ребята. Я не вижу, кто там к нам придет. Да ё-моё! Да ладно, блин! Футболист! Ё-моё, пора отсюда, по-моему, выбираться нафиг. Так, у меня мало жизни, надо подхилиться. Слушайте, в шлем ему бесполезно стрелять. Его не берет. Так, я надеюсь, адреналин мне поможет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, будем в тело. В тело пробивается он, да. Фух. Ну, ребята, а куда деваться? Пришлось тратить ракеты. Иначе нам бы была бы крышка. Так, 14 припасов еще осталось собрать. Ну, в голову мы выполнили задание. А вот насчет припасов за 26 секунд, я как-то сомневаюсь. Хотя их здесь куча лежит. Шел нафиг. Слушайте, опять они, по-моему, нападают только на меня. Значит, бояться не стоит за этого паренька. Давайте собирать припасы. Так, еще осталось 3. И времени мало, мало времени, не успею, ребят, наверное. Ай, чуть-чуть мне не хватило. Ну, если бы я не мешкался бы, то вполне-вполне можно было бы это сделать. Так, это что у нас здесь такое? Подкрепление, что ли? Че он там орет-то? Опачки. Нифига, ребята, это не подкрепление. Это вообще, по-моему, враги. Мне, если честно говоря, напомнило это сопротивление. По-моему, у них красные машины. Так, ладно, это мы с вами сейчас узнаем, наверное, по сюжетке. 2 звезды мы заработали. Что за черт? Эти ваши настоящие патриоты схватили его. Кого? Одного сопротивленца. Он помогал мне здесь. Что за чертовщина тут происходит? Не знаю, но клянусь, что выясню. Что-то ты, мадам, тоже тут, по-моему, воду мне мутишь. Кунг-фу. Вот это хорошо, ребята. Это будем отбиваться ногами, если эти уроды к нам подойдут в радиусе пинка. Тут, кстати, немножко осталось нам пройти. Так, переключиться. Рекомендуемая 703, а у нас 480. Нифига мы отстаем. Так, а улучшить 11 штук. Это минималка. Даже не знаю, ребята, придется как-то с ней воевать. Мы нападем на базу патриотов в 6:00. Вернем нашего парня, ты с нами? Мое оружие к вашим услугам. И мой топор. Что, не видели Властелина колец никогда? Ладно, ребята, выдвигаемся. Причем здесь про Властелина колец он замочил. Так, хорошо, ребят. Кажется, рискованно, но отправляйся, Рэй. Ага, вот с этой вот пукалкой мне только и отправляться. Но, по крайней мере, я здесь не один. Ох, как кисло. А вы помните, когда я только ее получил? Это была просто убойная штука. А сейчас... Да. Разница, конечно, налицо. Надо улучшать. Или улучшать, или, ребята, получать что-то новенькое. Так мы с вами далеко не уйдем. Так, значит, нужно мне 17 зомбарей убить и завершить не меньше, чем со 110 здоровья. В принципе, задание выполнимое. Так, минус. Где они? Вот они все идут. Так, опять босяра какой-то идет. Ух, это футболист. Это футболист. Так, у меня есть ракеты. Да ё-моё, отойдите вы отсюда, дайте пройти. Он идет на меня, наверняка. Да, приближается гад. Ну что, выкусил, маразматик. Вот так вот, ребята. Одного залпа ракет достаточно было, чтобы его похоронить.
И мы получили с вами карточку. Не карточку, а ДНК, помощник шерифа было. Так, сколько мне еще? Еще пятерых нужно убить. Так, так, давайте попробуем, попытаемся. Да, ну и пукалка, а. Такое ощущение, что я как будто из игрушечного пистолета стреляю. Так, 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 еще двоих, еще двоих. Отлично, Рэй, можно двигаться дальше. Неужели не успел? Ё-моё, а нет, успел. Так, хорошо. Здоровье у меня полное. Что опять? Все сделал, должно быть 3 звезды, как минимум. Главное, что успех. Гатлинг, вот, хочу себе такой, ребята, пулеметик. Правда, я его еще ни разу не видел, но я думаю, что это классная штука. Ух, 2400. Отлично просто. Кстати, ребят, скоро мы получим с вами 20 ранг обоим ракет. То, что нужно для нас. Переходим на 81-ю миссию и почитаем маленько. Застрял где-то посреди с тобой, где-то посреди дерьма. Именно так говорил мой отец, когда они со своей второй женой спорили, нужно ли идти к родственникам на рождественский ужин. И награда $2000. Я, кстати, не понял насчет рождественского ужина. Что-то он не в тему, конечно, сказал. В общем, 81-я миссия, давайте переключаться на М16. Это единственный автомат, ребята, который у меня еще пока активен. Думаю, ты на месте, Рэй. Осмотри здание перед собой. Так, хорошо. Держи оборону, дружище. Я найду способ пробраться внутрь. Все, понял. Так, хорошо. Тут мне чувак будет помогать. Надеюсь, не оплошаем. Ох! Очень много у нас, ребята, подступов. Очень много. И они сейчас будут, наверное, со всех щелей ползти, как всегда. То есть спереди, с боков. Ну вот, о чем я вам и говорил. Проблематично будет сейчас нам отстреливаться. Я хочу вон ту ДНК подобрать. Вдруг там какая-нибудь редкость лежит, а? Надо как-то попробовать подобрать ее. Так, 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 так. Аккуратненько, аккуратненько, не спешим. Превосходно. Шевелись, солдаты, вернись во двор. Кстати, ребят, вы слышали, что там кто-то орал? Интересно, кто? Ну, явно не зомбарь. Так, ладно, будем потихоньку отступать. Возвращаться во двор. Хотя там впереди был чертеж валялся. И стопудово какой-нибудь классной винтовки, блин. Так, что тут? Оу, чувак упал. У нас потери. Принимай руководство, Рэй. И закладывай заряды. Отбивай атаки, пока не услышишь взрыв. Ё-моё, опять теперь отстреливаться. Ай, уже сзади бомбят меня. Хорошо, ребята, будем отстреливаться. Правда, с моей вот этой пукалкой только и стрелять. Идет, по-моему. Слушайте, у меня уже такая, ребята, идея, что, может быть, мне пару серий пропустить и накопить себе достаточно денег, чтобы я хотя бы мог себе улучшить винтовки. Но это не дело, на самом деле. Что это? Вы посмотрите. В зомбаря приходится стрелять хрен знает сколько, чтобы его убить. Ага, взорвали мы. Ну вот вам и результат того, что я просто слабак в плане вооружения. Ни одного задания не выполнил. То есть получу сейчас 1 звезду. Соответственно, получу мало денег. Да. Меня это расстраивает. Что здесь нам достается? 30 золота. 82-я миссия на кону. Ага, достижение выполнено. Карточка синяя. И в ней... 150 золота, вот это уже я понимаю. Это уже что-то. Так, ну что, давайте приступать. Блин, рекомендуемая мощность 750, а у меня 440. Хо-хо-хо-хо. А ничего не поделаешь, ребят. Придется проходить именно вот таким вот говнооружием, скажем. Пора поторговаться за квартирки в стиле Южного Бутова. Ага, ну что ж, давайте прикрывать. Я не понял, а где ХП у зомбарей? Почему не отмечается острый глаз? Это я должен наугад, что ли, бомбить? Воу-воу-воу-воу, вот так вот. Слишком много их тут подкопилось. Ребята, у меня все, больше ракет не осталось. Загрузка еще, ё-моё, это перезарядка не вовремя. Черт подери, острый глаз. Короче, да,
Я так понимаю, это по сюжетке у нас. У зомбарей не отмечены ХП. Я должен на ощупь. Только щуп у меня очень хреновенький. Как вот я здесь должен пройти миссию, чтобы у выжившего было полное здоровье? Но это нереально. А все из-за того, что опять же у меня слабое оружие, ребят. Ага. Томагавки мы получили с вами, чертеж. Камон, фагли. Так, 21 секунду продержаться. Так, вы посмотрите, сколько я в одного зомбаря стреляю, ребят. Чтобы он упал. Еще, блин, Ай. 8 секунд. Ну, давай, 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 давай. Время. Ну, быстрее. Ну, Так, 3, 2, 1. Фух, отлично. Открыл он там что-то нам, лифт. И, как всегда, ни хрена я не выполнил. Получим с вами одну звезду. Да, видимо, придется мне на самом деле проходить те миссии, которые у нас на 1-2 звезды, чтобы было 3. И получаем с вами 20 ранг. 60 голды нам за это подкинули. И карточка. И еще 30 золота. 83-я миссия. Это хорошо. Кстати, тут уже и недалеко осталось до следующего, ребята, этапа у нас. Так, ну что, на что потратим опять? На это же или на что-нибудь другое? Нет, я думаю, что давайте вот это сделаем. У нас и так-то оружие хреновенькое. О, достижение выполнено. Фиолетовая карточка. И что тут? 700 золота. Во, вот как надо, ё-моё, вознаграждать. А не по 30 давать. Так, ракеты нужно купить, мне говорят. Ну что ж, давайте возьмем, наверное, с вами связочку, да? Из 5 обоим. И начинаем. М16. Мы внутри, что дальше? Распыли усыпляющий газ в воздуховод. Мне нравится. Теперь что? Надо вытаскивать нашего приятеля отсюда. Ладно, пора бы узнать, что они планируют. Ага, это у нас, ребята, получается налет на вражескую базу. Почти на месте, Рэй. Пробивайся с боем. И меня встречает Нуклон, да? Хорошо. Отдуплился. Блин, я не понял, я что, здесь один, что ли? Где напарник? Взломай главную дверь. Ага. И время идет. Опять на время миссия, ребят. Так, взлом, взлом, взлом идет. Впечатляюще. Отличная работа, Рэй. Играешь ты получше Спартака. Спасибо за комплимент. Так, идут. Блин, очень мало ребята получают чертежей. Как вы понимаете, уже давно никакого вида оружия нового не получал. Надо что-то с этим делать. Перепроходить, может быть, несколько раз миссии. Тогда, может быть, шансов будет у нас больше. Опа. Блин, а мне нравится, ребята, вот эта вот гранатка, которую я бросаю. Она парализует зомбарей. Ну, правда, ненадолго, но они не могут ходить, и я их в это время буду расстреливать. Идет, идет. Оп, минус башка. Отлично, хорошо. Надо бы мне, по идее, выдвигаться 50 метров до цели. Распылить усыпляющий газ. Ага, вентиляционную шахту. Кто опять? А, ну это салага. Это самый первый боссяра у нас. Миноносец. Тихо, тихо, тихо. Ну давай, давай, давай. Отлично. Вот это мне нравится. Так, во времени я уже не уложился. И осталось лишь... сколько тут? Хрен знает, сколько зомбарей в голову убить. Минус башка. Черт, не успел. Так, 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 так. Слышу, эти гады где-то прут. Вот они повылазили, блин. Откуда-то с шахт. Ядрёна ты вошь, а. Не успевает даже подбить их всех. Они успевают ко мне подойти. Причем довольно близко. Когда это такое было в последний раз? Я уже и не помню, блин. Ха, саботаж. Так, 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 ну давай, 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 время, ну. Так, зомбарей я убил. 2 звезды у нас уже в кармане. Шикарно. Опа, опа. Вот они, ребята, повстанцы.
Вот они какие гады. Вначале прикидывались друзьями, а на самом деле оказывается нифига. Ну что же, успех. Я думаю, 2 звезды мы получаем с вами. Деньги в карман берем и идем на следующую миссию. Так. Почти 2000 долларов. Плюс сейчас нам еще подкинут голды. 30 штучек, да? Ага. И 84-я миссия. В принципе, ребята, зона 6 уже не за горами. Но с такими пукалками, как вы видите, далеко я не уйду. Звездец какой-то. Блин, мне даже на элементарное улучшение не хватает денег. Ух, давайте тогда посмотрим. Если я здесь выживу, то это будет просто чудо. Чисто, Рэй, освободи заключенных. Смотрите, как прикольно сделано, ребят. Тут газ, и я в противогазе бегаю здесь. О-о-о-о-о, ё-моё. По-моему, нифига у меня здесь не получится. Я сейчас здесь все... Блин, еще и нуклон идет. Я сейчас тут все свои боеприпасы оставлю. И в результате ничего у меня, наверное, не получится. Иди отсюда, бежит он, а, хламонище. Черт, я даже в голову не могу хедшотить. Вот они прут. Так, надо, наверное, в бочку стрелять, блин. И то будет толку больше. Слушайте, я, конечно, попробую, ребят, пройти. А вот и пленник. Открытие. Рад видеть тебя. Давай выбираться отсюда. Ну давай. Что мне нужно? Блин, еще сопроводить его. Офигеть. С этим игрушечным пистолетом я должен сопротивленца сопроводить. А, ну он помогает хотя бы, ладно. Возможно, у двоих у нас будет шансов побольше. Один-то я стопудово бы не справился. Посмотрите, какая куча идет. Плюс он у меня постоянно, блин, перезаряжается. Вот так вот будем делать. Действительно, придется, ребята, все запасы свои тратить. Так, двойное убийство. С этим сейчас тоже разберемся. Убито 12 из 25. Да. Так, сопротивление сдвинулся. Вот, вот они идут, гаденыши. Типа я их не вижу, да? Если сейчас еще какой-нибудь босяра появится, то я боюсь, я последние свои ракеты потрачу на нем. Кто? Что? Где? Где ты там, блин? Блин, как всегда ввязался в драку, а? Ну что, дошли, не дошли? Куда нам еще идти? Сколько идти? Опа, с ноги. Здоровье выжившего должно быть полным. Ага, конечно, мечтайте. Блин, да куда? Мы, наверное, должны вот до этого лифта добраться. По-моему, так. И смыться отсюда. Ну давай ты уже падай, а. Даже, по-моему, у чувачка, блин, этот УЗИ намного лучше, чем моя вот эта вот пукалка. Эй! Да, ребята, не было выбора, потому что иначе бы они бы его убили. Ну, надеюсь, все, нет? Так, ладно. Наверное, нужно забежать в лифт. Ать. Хорошо. Да, ребята, как-то так. Нет, это нельзя так играть дальше. Нужно улучшать свое оружие. Я, наверное... На пару неделек, может быть, с игрой пока подзавяжу в плане съемок. И буду улучшать свой арсенал. Так что, ребята, не обессудьте, если что. Ну, а на этом, пожалуй, я и буду завершать этот ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии, когда немножко окрепнем. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч. До новых видосиков, ребят.